Здравствуйте! Недавно купила тростниковый сахар фирмы «Золотой тростник» в магазине «Ашан», который расположен по адресу улица Шереметьевская, дом 20. Мне понравилось то, что у него прозрачная упаковка, можно было сразу рассмотреть товар, что сахар был не скомканный и сравнительно невысокая цена. Но когда я пришла домой и открыла упаковку, то почувствовала сильный запах, напоминающий лекарство. Скажите, пожалуйста, допускается ли посторонний запах в этом продукте и не вредно ли это для здоровья? Спасибо.